Ребятки, всем привет, всех приветствую на каналчике Токсикул, ФБР на связи. Случилась тут недавно ситуация одна не очень приятная. Получается, какая ситуация? Девушка-таксистка, работает в такси, да, и пришел ей вызов, сел, собственно говоря, данный персонаж, и получается, она его везла, он попросил остановить возле киоска, для того, чтобы пойти там купить себе сиг. Зашел он, собственно говоря, пошел он в киоск, потратил на это где-то около 10 минут, потом... Описание ситуации будет все внизу, получается, под роликом. Вернулся и сказал, что надо ехать дальше в общежитие, возвращаться, потому что по делам он дальше туда не поедет. В итоге вернулись они в общагу, пошел он в общагу, лазил там, лазил, пришел, собственно говоря, обратно и собрался платить голый тариф, не оплачивая ожидания. То есть ожидание и там накапало, и тут накапало. Потом она сказала, что нет, что нужно оплачивать, собственно говоря, ожидание. Он сел в машину, отказался, собственно говоря, оплачивать ожидание. Они поехали на следующий заказ. То есть она поехала вместе с ним, так как он не захотел, там, я так понял, с тачки выходить. В итоге следующие пассажиры сказали выйти ему, собственно, с автомобиля. Он вышел с автомобиля и начал устраивать данную дичь. Давайте посмотрим вместе с вами этот видосик. Сделаю вам вот здесь вставочку. Приятного просмотра. Придурочный араб пытался обдурить меня, да? И сейчас кидается под машину, не дает проехать. А ну вы отойди отсюда. Отойди, говорю, отсюда. Ты украла мои деньги. Вызывай полицию, жалуйся. Это иди. Ты, который надо... Отойди отсюда, не кидайся, не составай аварийную ситуацию. Украла мои Пошел деньги. Вон отсюда. Ты посмотри, какой ты буйный. Уйди отсюда, дай человеку проехать. Ты что творишь сейчас? Я сейчас вызову, тебя вообще 100% депортируют. Уходи отсюда. По-доброму, по-хорошему. По-доброму, уйди. Дай мне мозг дальше просто. Я тебе дала все. Пошел вон, сказала отсюда. Быстро. Нет. Ты посмотри. Что это такое? Отойди, говорю! Говорю отсюда, придурок! Я говорю, отойди отсюда! Потерян сигнал GPS. Ну вы посмотрите, придурочный вообще! Пошел вон, говорю отсюда, отойди! Ну, во-первых, ребятки, что хотелось бы сказать то, что очень тяжело, конечно, девушке работать, собственно говоря, в такси. Это просто трешак, потому что сколько вот я знаю, то всякие приколы, подколы и так далее, и тому подобное происходит. Помимо всего этого, видите, вот поведение человека, и он говорит, украла его деньги. Вы помните мои неоднократные видосы, когда, значит, не хотят они, иностранцы, платить за простой. Они не понимают, почему так происходит. Это, конечно же, вопрос к болту. Почему не сделать кнопку, чтобы я мог ее нажимать в дороге в любой момент? Там надо в кисет, раз, кнопочку нажал и так далее и тому подобное. Напишите свое мнение по этому поводу, поделитесь видео с друзьями, собственно говоря, пусть посмотрят на этого красавца. Давайте запомним, как говорится, его фейс. Но я что могу сказать еще? То, что удивляет безразличие людей. Стоит, видят, что стоит такси, сигналит, человек вышел,
перед машиной маячит с телефоном, все проезжают мимо, хотя это довольно-таки людное место, и всем по барабану, ребят, просто всем по барабану. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, лайкосы, обязательно, ребятушки, да разведем же срач в комментах. Подписывайтесь на канал, на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу таксистов города Харькова, которая также называется Таксикул, как и канал. И по ссылочке можете себе забабахать сразу страховочку с моей скидочкой 10% по промокоду Таксикул. Всем, ребятки, добра, бабла и позитива, поменьше таких ситуаций на дороге. Пока-пока, до новых встреч.